Слушай, давайте представимся, не фамилия, должность ваша. А вы не знаете? В качестве кого вы здесь? Я вас прошу представить, я думаю, что это не очень сложно. Можно? А я обязан это интервью давать? Оно входит в оплату какую-то? Конечно. Если надо, я буду это делать. Если надо, я не буду. Я вас спрашиваю, имя, фамилию, должность, только надо? Для того, чтобы не перепутать цифры. Так, не надо на меня орать сейчас, я хорошо? Я не ору вообще. Я попозже готов дать интервью.